Ну вот наши первые дни в Паттайе. Уже прошло 14 дней. Она что-то говорит, да? Чувак, я не готов сейчас к съемке. Вот я еще со школы чуть ли не... Ну, не совсем со школы. Там, ну, может, в 9-м классе. Ребят, мы в Бангкоке, короче, я немножко в шоке вообще от того, что происходит. Это какой-то странный, удивительный город. Очень много впечатлений, и они продолжаются. Город-организм, он живет как-то сам. Блин, заходи, пойдем в метро. Первый. Входим в метро, да. Саня только что блевал. Бангкок. Ну чё ты? Да, я блевал в Бангкоке. Мы были в Бангкоке, у нас была прекрасная ночь в Бангкоке. Я был в клубе Bad. Охуенный клуб, там ебашил дабстеп. Я прям рвал, смысл шов. Это была душенька на меня. My friends. Нет. When I see your face. Эри обязательно еще. It's nothing, что там? Think that I will change. Girl, you're amazing. Just the way you are. Вообще, вы сидите как на пятаке на Петровке, прям вообще. Как на пятаке на Петровке так же. Только не хватает какой-нибудь машины на капот пивка поставить. Не, я не показываю. Женя, ты трезвая? Я трезвая. А ты трезвая? Разговаривай, как только что со мной сейчас разговаривал. Кира, Саша, я трезвая. Мы заходили в туалет, она очень трезвая себя. Женя, ты, важно, где Жень, ты, Женя, Жень, ну ответь мне, ты отсосала Сашу?